Третий пленум Совета Брестского областного объединения профсоюзов собрал в городе над Бугом людей неравнодушных, всех тех, кого интересует преобразование, которое происходит в государственном устройстве, а также будущее одного из крупнейших сообществ в нашей стране. Конечно же, вопрос референдума стал основным пунктом повестки дня. Многие делегаты уверены, что этот шаг должен отразиться на формировании многих будущих законодательных решений. Поэтому планируют принять участие в большой кампании. Отдельные пункты нововведений отмечают особенно. Нужно отметить, что здесь представлен в этом проекте идеологический, исторический блок, социальные гарантии, которые расширены, на мой взгляд, в данном проекте. Также представлены новые разделы, в частности, глава о Всебелорусском народном собрании. Это орган, который консолидирует представителей всех трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной, а также члены гражданского общества, такие как мы с вами, представители общественных объединений, можем также стать делегатом Всебелорусского народного собрания. Не остались без внимания в рамках открытого диалога и вопросы устройства профсоюзного движения, а также планы по дальнейшей работе. Сегодня отмечается весьма любопытная тенденция. На тех заводах и фабриках, где существуют первички, работа по защите прав трудящихся идет более планомерно и грамотно. Именно поэтому профсоюзные лидеры сегодня ратуют за создание своих организаций на предприятиях различной формы собственности. Мы видим, что где есть профсоюзы, то в ходе мониторинга, проверок, мы видим, что нарушений намного меньше, чем там, где нету этих профсоюзов. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы во всех организациях, где пока нет профсоюзов, были созданы такие профсоюзные организации. Потому что там мы в перспективе заключим коллективные договоры и обеспечим защиту нашим работникам. Также приоритетным направлением работы на 2022 год останется охрана труда на производстве. Продолжится мониторинги общественных инспекторов труда. Бессменным по-прежнему является курс на социальную поддержку уязвимых категорий граждан и тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Ряд озвученных в рамках пленума тем будет взят на карандаш, а решения по ним приняты в ближайшее время.